Программа «День с толком». В студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. С прениями и компромиссами не единогласно, но депутаты приняли проект краевого бюджета в первом чтении. В чем не сошлись мнения? Пора переобуться. Сколько сейчас стоит зимняя шина и что лучше выбрать? Тысячи открыток со всего мира с картинками Олимпиады 80, Дедом Морозом, космоса. В Барнауле работает особый музей. Мобилизованным и их семьям будут бесплатно оказывать юридическую помощь. Такие изменения в закон сегодня приняли алтайские депутаты. Речь идет об отдельном направлении вопросов – оформлении и получении пособий, выплаты социальных услуг в связи с мобилизацией. Обратиться к специалисту смогут как сами призывники, так и их родные. А проводить консультацию будут аккредитованные адвокаты и юристы МФЦ. А главный вопрос, который сегодня обсуждали на сессии краевого парламента – региональный бюджет, корректировку финдокумента текущего года и проекта на 2023 год. Самый объемный во всех смыслах вопрос прервал молчаливое и слаженное одобрение парламентариями других проектов. Что депутаты думают о будущем бюджете края и как мы будем жить в ближайший год, расскажем далее. 900 страниц – самый объемный вопрос этой сессии и самый определяющий жизнь региона документ – бюджет края на следующий год. В парламенте сразу обозначили, что единства в этом вопросе у депутатов нет. И председатель профильного комитета подчеркнул, чем грозит непринятие документа сегодня в первом чтении. Временное управление бюджетом, когда у нас все основные расходы сами будут финансироваться по 1/12, коллеги, если посчитать, по текущему 2022 году это порядка 15 миллиардов рублей на все расходы, коллеги. То есть в том объеме, да, который был заложен в текущем 2022 году. Но не думаю, что, коллеги, наши избиратели, жители нашего Алтайского края будут, да, обрадованы сим фактом, когда их заработная плата останется прежней, а капитальные все вложения перестанут финансироваться, до главных распорядителей будет доводиться 1/12, да, финансирования. По словам депутатов, сегодня от них требовалось рассмотреть три цифры – доход, расход и дефицит. Они уже вызвали полемику. Если мы говорим о том, что нам надо не спеша, но уверенно проехать отрезок пути в составе там, предпоследнего вагончика, то, наверное, да, такой бюджет он подходит. Если мы говорим, что мы должны что-то опережающими темпами сделать, ну, наверное, нам надо что-то ко второму чтению думать. Либерал-демократы решили бюджет поддержать, хотя и выразили свои претензии. Например, что размер федеральной помощи мал, а Минфин слишком осторожно подходит к акцизам как источнику доходов. С учетом геополитики, когда в Москве есть что поддерживать, региону нужно рассчитывать на собственные доходы. У справедливороссов вызвали сомнения и расходы бюджета – 153 миллиардов рублей, на 13 больше, чем годом ранее. Они считают, что такой размах не отвечает действительности. Большая часть этого увеличения обеспечена за счет беспрецедентного роста дефицита бюджета с 6,7 миллиардов рублей до 13,4 миллиардов рублей, который нам в течение года еще предстоит чем-то покрыть. При этом, если сравнивать расходную часть бюджета 2023 года с расходной частью бюджета текущего года, последнего итерации, принятой нами буквально на текущей сессии, то она действительно окажется аж на 27,2 миллиарда рублей меньше. Если честно, такого разрыва за три своих созыва я не видел никогда. Справедливороссы заявили, что воздержатся от принятия проекта КПРФ, что не поддержат, в том числе из-за финансирования важных сфер. А теперь по статейно опять, как просит Минфин и правительство, сравниваем первое чтение с первым чтением этого года. Жилищно-коммунальное хозяйство – минус 25%. Здравоохранение, тут внимание депутатов-медиков, которые сегодня тоже присутствуют, минус 20%. Социальная политика, минус 5%, опять же, это с учетом 7 миллиардов, которые уходят теперь мимо казны края. А без этого и того там больше падения на 17%. Кто мешает проголосовать за бюджет в первом чтении, в рабочем порядке потом добиваться включения этих предложений ко второму чтению? Среди предложений по корректировке проекта звучал вариант приватизации некоторых предприятий, заимствование средств, причем не только из бюджетных кредитов, увеличение объема резервного фонда края. В КПРФ против законопроекта высказались не все, причем аргументировали свое несогласие с коллегами. Этим вы лишаете помощи жен и детей героев, кровь проливающих за вас на фронте.
Пришла пора закончить политические игры. Сталина на вас нет. Уклон идет к тому, что мы консолидируемся вокруг главной цели и задачи, которая сегодня стоит и у нас в Алтайском крае, и в целом Российской Федерации. В итоге за 43 депутата, против 18, 5 воздержались. Бюджет принят в первом чтении. В ближайший месяц парламентариям предстоит большая работа. Следующее чтение обещает быть еще более долгим. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Цены на зимнюю резину снова выросли, при этом и выбор сейчас ограничен. Наши корреспонденты отправились в магазин, чтобы понять, сколько стоит обувь для авто и каков ее ассортимент. Огромные очереди, но не в магазинах. После первого мощного снегопада автовладельцы спешат переобуть свой транспорт. Запись расписана на неделю вперед. Однако это не главная проблема автолюбителей. Выбор шин минимален. Еще и цена на них выросла. Европейские бренды прекратили поставку шин в Россию. Поэтому сейчас на рынке пользуются спросом китайские и местные покрышки. Подорожание было от 3 до 5% на шины. Европейские бренды, так каковы, они ушли с нашего рынка, остались только остатки на складах. То есть сейчас у нас идет импортозамещение, это китайская шина. То есть как бы берут и российского производителя, и китайского. Автолюбители, с которыми мы пообщались, рост цен, безусловно, заметили, но к ситуации отнеслись с пониманием. Шинами я заранее закупился, но... Относимся лояльно, ну а что делать? Такая ситуация, все понимаем, о чем идет речь. Что касается стоимости, то переобуть авто сейчас можно за те же деньги, что и год назад. От 1,5 до 2,5 тысяч. В зависимости от места, которое выбирают автовладельцы. Ну а менять резину стоит, когда среднесуточная температура длительное время держится ниже плюс 5 градусов. Сцепление с асфальтом летней резины при таких цифрах уже ненадежное. Тормозной путь увеличится и колеса будут скользить. Заранее записываться на шиномонтаж, то есть они записываются за 2-3 недели сейчас. То есть приехали в то время, в которое они записались, сделали спокойно шиномонтаж и уехали. 40-50 машин в день у нас переобувается. Ну и ответим на вопрос новичков, какую резину все-таки выбрать для зимы. Шины бывают двух видов, нешипованные или народное название липучка. Такая удобна для города, где отсутствует лед на дорогах. И, соответственно, шипованная. Она хороша для поездок по снегу. Кстати, эксперты рекомендуют со сменой сезонных шин не затягивать. Ведь в этом случае будет безопаснее абсолютно всем участникам дорожного движения. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. В нашу редакцию обратились возмущенные жители Новоалтайска. В городе жители одного района вынуждены выходить на дорогу, рискуя оказаться под колесами. Опасный путь ведет к детскому саду, школе, спортивным секциям и не только. В проблеме разбиралась Ирина Корчагина. Ушла в магазин, вернулась, а лестницы-то уже нет. Валентина Лаврентьевна живет в Новоалтайске. Больше 10 лет лестница, примыкающая к магазину, связывала жителей 8-го микрорайона с внешним миром. Вела в магазины, банк, детский сад, школу, секции. Теперь только в обход, чему 83-летняя женщина не особо рада. Каждый лишний метр – это вообще тяжело дается. И идешь вот так, не знаешь, куда ступить, чтобы, Господи, под машину не попасть. Если обходить здесь, или нам кругаля надо делать, или здесь. А здесь безопасного пути больше нет, как идти только возле дороги. А гололед сейчас начнется. Сейчас не пройдешь, а что дальше будет? В обход эта дорога вдоль гаражей, рядом с проезжей частью, через грязь и лужи. А иногда жители коротают путь и таким образом. Люди выяснили, что местные власти признали лестницу аварийной. В начале сентября новый собственник здания был вынужден засыпать объект, так как оказалось, что лестницы еще и нет в плане, и она незаконна. Нести ответственность за жизнь и здоровье людей бизнесмен не захотел. Жители тем временем подписали петицию с просьбой вернуть лестницу. Мы пошли с этим заявлением в администрацию на прием к главе города. Вот он там собрал свою команду ЖКХ, там все рассказали, обсказали. Но он сказал, что будем решать, вроде поможем. В итоге нам сказали, ответ прислали, что ищем альтернативный маршрут. А пока жители густонаселенного района начали уже открывать для себя новые пути обхода. Так кто-то из местных недавно выломал часть школьного забора, который установили всего лишь год назад.
Самое главное, говорят местные, даже не то, что теперь приходится делать круги. Людей беспокоит безопасность. Дело не только в пролетающих мимо машинах. Зимой, по словам жителей, все это превратится в каток. И тогда единственное место, куда приведет эта дорога – травмпункт. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. От 6 до 8 тысяч жителей края ежегодно переносят инсульт. Недуг случается как у тех, кто уже имеет сердечно-сосудистые заболевания, так и у абсолютно здоровых людей. Накануне Дня борьбы с инсультом наши корреспонденты побывали в отделении, где спасают жизни. Как не стать жертвой инсульта и можно ли вернуться к нормальной жизни после него в нашем сюжете. С 2008 года неврологическое отделение 5-й городской больницы является крупнейшим нейрососудистым центром региона для оказания экстренной помощи пациентам с инсультом. С таким заболеванием в медучреждение ежегодно поступает около 8 тысяч человек. Чаще всего это люди пожилого возраста. Врачи говорят, если вовремя заметить признаки инсульта, серьезных последствий можно избежать. Для этого можно использовать так называемую шкалу FAST. Она состоит из английской аббревиатуры. Буква F – это face – лицо. Пациента просят улыбнуться. Если он улыбается на одну сторону, это важный симптом, который позволяет заподозрить инсульт. А – это arm, это рука, это слабость в руке. И пациента просят удерживать руки на весу. При наличии инсульта очень часто с одной стороны рука слабая, она начинает опускаться. S – это speech, это речь. Нарушается речь, она становится нечеткой, либо пациент не может подбирать слова. Последняя буква Т – это time, это время, которое говорит о том, что надо как можно быстрее попасть в больницу. В случае инсульта время – самое важное, что у нас есть. Специалисты советуют при первых признаках звонить в скорую. Это поможет не усугубить ситуацию. Например, у Любови Агафоновой не было никаких предпосылок. Смотрела телевизор, как вдруг резко почувствовала слабость в руке и потеряла речь. Муж спал в другой комнате. И все, я ему сказала, ну, стало еще. Стало так же. Пошла еще по комнате и говорю, ты что-то, говорю, со мной не то. Он сразу скорую вызвал и все. Пациентка уже 4 дня находится на реабилитации и речь постепенно восстанавливается благодаря специальным упражнениям и работе с логопедом. Как у многих постинсультных больных, у нее есть речевые нарушения. Это Любовь Дмитриевна, она с хорошими восстановительными способностями, и у нее достаточно хороший прогресс. Сейчас для реабилитации пациентов используют все возможные техники, как работу с логопедом, так и робототехническое оборудование. С его помощью мышцы вспоминают двигательные импульсы, и тем самым к пациенту возвращается чувство руки. Кстати, факторов возникновения инсульта несколько. Прежде всего, наследственность и пожилой возраст. Но в последние годы инсульт настигает и молодых. Чтобы снизить риски, говорят врачи, нужно вести здоровый образ жизни и прежде всего отказаться от алкоголя и курения. Отказ от табакокурения позволяет уже с первых дней начать снижать этот риск. И через 5 лет после отказа от табакокурения индивидуальный риск развития инсульта становится таким же, как у тех людей, которые никогда не курили. А еще нужно заниматься спортом, правильно питаться и контролировать свое артериальное давление. И тогда шансы попасть на больничную койку будут стремиться к нулю. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Импортозамещение. Осужденные алтайских колоний начали делать мебель для школ. Парты, столы и шкафы, сделанные их руками, в этом учебном году поставили в одной из школ Мамонтовского района. Подробности далее. Учебный год в сельской школе Мамонтовского района начался за новыми партами. Мебель для образовательного учреждения изготовили на производственном участке заключенные лечебно-исправительного учреждения. К примеру, для начальных классов там сделали регулируемые по высоте парты и стулья, которые будут расти вместе с учениками. Качеством мебели мы довольны, потому что учлись полностью все наши пожелания. Учли цветовую гамму, ту, которую нам надо, потому что цветовую гамму мы выбирали не самостоятельно, мы выбирали ее с помощью детей и родителей, мы писали заранее сочинения, рисовали то, какой бы мы хотели увидеть свою школу. Оборудовали школьную библиотеку. Там появились новые стеллажи с книжными вставками. Классы пополнились стульями, учительскими и компьютерными столами. В общем, всем, что нужно для комфортного учебного процесса.
Закрывать потребности отечественного рынка заключенных обучают в училищах при колонии. Там они получают нужную специальность, а затем трудятся в цехах. Работники УФСИН добавляют, такое производство в современных реалиях может заместить импортные поставки. Мы покупаем сырье у поставщиков российского производителя, то есть у нас на все сырье и материалы имеются все документы, подтверждающие факт производства данного сырья только в Российской Федерации. Кроме того, исправительные учреждения провели работу по обязательной сертификации производимой продукции и получили все необходимые документы, которые подтверждают качество уже готовой продукции. Кстати, производят в колониях не только мебель, а ее, к слову, более 70 наименований, причем самые разнообразные. Осужденные также шьют форму для сотрудников различных предприятий и даже делают детские игрушки и сувениры. Мария Мацаева, «День с толком». Тысячи картинок со всего мира и с любимыми героями советской эпохи – от Олимпийского Мишки до Деда Мороза. В Барнауле появился музей открытки. Его основательница хотела, чтобы в помещении был дух ее детства, поэтому все экспонаты отбирала очень тщательно. В атмосферу погрузилась и наша съемочная группа. Вот она, елка, на ней звезда, и эта звезда горит так же, как горит сталь. Каждая открытка не просто маленькая картинка, а целое произведение искусства, рассказывает Юлия. Маленькая карточка 10 на 15 умещает в себе большую историю и отражает взгляд человека советской эпохи на мир. Такие ностальгические веяния из прошлого и вдохновили ее создать музей открытки. Вся наша жизнь – это наша память. Если наша память исчезает, то, в общем-то, не остается от жизни ничего. И в тот момент я поняла, что я бы очень хотела иметь какой-то музей. Но очень простое, что экспонаты можно сложить в чемодан и унести их. То есть не нужно огромное количество залов и архивов. В ее коллекции больше 12 тысяч открыток разных лет и тематик. Еще 450 скоро приедут по почте. Девушка их покупает у других филокартистов из разных городов, либо находит на барахолках антиквариата. Я знаю, что многие собирают открытки, потому что это определенное вложение. То есть они дорожают со временем. И люди стараются собирать открытки чистые, не подписанные с обратной стороны. Я наоборот за этим не гонюсь, потому что мне очень нравится и интересно для музея, что люди писали друг другу. Кстати, по цветам, типу печати и изображаемым героям можно понять, к какому десятилетию относится картинка. Вот, к примеру, олимпийский мишка из 80-х. Он был почти у каждого жителя страны. Но самые любимые, конечно, новогодние, красочные. Они отражали достижения страны за ушедший год. Если мы посмотрим, то здесь вот у нас есть радио, да, у нас есть сама по себе работа почты, Дед Мороз как почтальон, появление автомобилей. Дед Мороз – это не просто какой-то старый дед, он очень модный, он современный, он за рулем космического корабля, он умеет управлять ЭВМ. Кстати, в музее есть и другие интересные экспонаты советской эпохи – игрушки, сервизы, мебель. Самый любимый из всех, конечно же, музыкальный проигрыватель. Музей работает на Короленко 51 в здании бывшего училища. Причем некоторые экспонаты туда пожертвовали люди, которые в свое время работали в образовательном учреждении. Музей маленький, но любопытный. Будет интересен всем, и детям, и взрослым. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.